доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Оренбургский институт университета имени Кутафина осуществляет прием для обучения по направлению юриспруденция на базе 9 классов по специальности права и организации соцобеспечения, на базе 11 классов по программе бакалавриата и специалитета, а также в магистратуру. Всего 137 бюджетных мест. Возможно поступление на платной основе. Телефон 31 28 85. Вниманию граждан! 17 июля 2023 года наступает срок уплаты налога на доходы физических лиц, начисленный в декларации 3 НДФЛ за 2022 год. Дистанционно сформировать платежный документ можно с помощью электронных сервисов «Уплата налога и пошлин» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России. Войти в личный кабинет можно с паролем от портала «Госуслуг». 17 июля 2023 года с 10 до 17 часов в городе Оренбурге по улице Комсомольской, 49, и в районных отделах полиции будут ждать на собеседование руководители кадровой службы. Подробности по телефонам 790633 или 790627. Телерадиокомпания приглашает на работу системного администратора, специалиста по выпуску телерадиоэфира и менеджера по продажам. Официальное трудоустройство – соцпакет. Резюме присылать на электронную почту casting@media56.ru. Требуются охранники с автомобилем. Работа вахты по области, оплата высокая. Телефон 8-961-909-99-65. В распределительный центр «Магнит» требуются кладовщики, отборщики и работники склада. Гарантируем официальное оформление, социальный пакет, питание и доставку на работу. Телефон 8-961-903-70-12. В крупную строительную организацию требуется слесарь по ремонту и обслуживанию ГПМ. Телефон 230161. На продуктовый склад требуется грузчик-карщик и разнорабочие. Возможно предоставление жилья. Звонить по телефонам 58 36 24 или 8 987 850 04 83. Организации на постоянной основе требуются строители-разнорабочие. Официальное трудоустройство, высокая заработная плата. Телефон 93 59 88. Требуется водитель на ассенизатор МАЗ. Телефон 22 20 11. На оптово-розничный склад по улице Беляевской требуется кассир с опытом работы в программе 1С торговли плюс склад. Обращаться по телефонам 58 36 24 или 8 987 850 04 83. Требуется водитель на автобус на развозку. Телефон 903 701. На постоянную работу требуется электрик и сварщик. Звонить по телефонам 58 36 24 или 8 987 850 04 83. Требуется уборщица в оптику. Телефон 43 20 34. Требуется водитель категории С на маршруты по городу и пригороду, а также автослесарь. Возможно предоставление жилья. Обращаться по телефонам 58 36 24 или 8 987 850 04 83. Требуется дворник. Телефон 8 922 882 62 69. Строительную компанию на сантехнический участок требуются сварщик и слесарь-сантехник. Телефон 230161. Требуется рабочий на пилораму. Телефон 94-44-33. На предприятие требуется рабочий на склад и уборщик помещений. Звоните по телефону 54-11-70. Требуется менеджер по продажам. Заработная плата достойная. Телефон 92 11 26. В гостиницу требуется горничная. Телефон 999 777. Требуется продавец-консультант в торговый дом «Апельсин». Заработная плата от 45 тысяч рублей плюс премии. Телефон 24 34 64.
Завод «Промстроймаш» ведет набор сотрудников по следующим специальностям: электрогазосварщик, токарь, слесарь-сборщик, электрик, инженер-конструктор, диспетчер на производство, кладовщик, а также разнорабочий. Достойная своевременная заработная плата. Звонить по телефонам 40 13 49 или 8 912 355 54 95. Требуется сторож. Телефон 8 922 627 88 88. Требуются сторожа и охранники. Работа в центре города и районе Карачи. Телефон 55 77 31. На постоянную работу требуются водители самосвала, а также машинист экскаватора и манипулятора. Работа в городе Оренбурге и Оренбургской области. Полный соцпакет. Телефон 8 922 533 69 49. Требуется начальник цеха окон ПВХ. Заработная плата высокая. Телефон 92 11 26. Требуется водитель категории Е и разнорабочие. Телефон 8 922 626 01 60. Требуются охранники. Обращаться по телефонам 92 06 64 или 92 14 09. Срочно требуются сотрудники для охраны объектов. Телефон 68 82 65. Организация на постоянную работу, доставка бутилированной воды, требуется экспедитор. Телефон 8 906 832 78 56. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 43 73 73. Требуются охранники ГБР. Телефон 8 922 807 90 72. Требуется сборщик окон ПВХ. Оплата высокая. Телефон 92 11 26. Требуются охранники 4-го разряда. Звонить по телефону 22 48 08. Требуется уборщица в автосалон. Телефон 917 770. Завод «Гранза» набирает сварщиков, маляров, а также разнорабочих. Заработная плата от 50 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 922 882 6005. Требуются охранники. Телефон 8 901 084 87 37. В крупную строительную организацию требуется инженер ПТО. Телефон 23 01 61. Требуются охранники. Звонить по телефону 92 85 91. Требуется водитель на «Газель». Заработная плата высокая. Телефон 92 11 26. Требуются уборщики и дворники в промышленный район. Звонить в рабочее время с 8 до 17 часов по телефону 500 550. В управляющую компанию требуется диспетчер аварийной службы. Телефон 23 55 50. Требуется дворник в управляющую компанию по адресу улица Геннадия Донковцева, 1. Телефон 67 73 90. Требуется рабочий по зданию и дворник. Телефон 28 83 85. Требуется помощник мастера по работе с дворниками и уборщиками. Работа в районе ТРК «Гулливер». Звонить в рабочее время по телефону 500 550. Приглашают водителей категории «Б» на грузовую «Газель» на Межгород. Телефон 29 11 64. Требуются работники на производство. Обращаться по телефону 8 922 538 93 51. Ищешь работу? Смотри видеоблокнот на общественном телевидении России и на телеканале «Город». Утром и вечером актуальные вакансии от прямых работодателей в видеоблокноте. Информация обновляется ежедневно. Подробности по телефону 31 24 00.